Вот они, мои голубчики. Йосенька, киска. Ой, какой я красивый. Почему я живу не такой? Только у меня на сторис ты такой. Скажи что-нибудь. Смотрите, с понедельника по пятницу в 12:30 спаси свою любовь. На ТНТ! Видела, какая ты киска? Так что вот так, смотрите нас. Это мои любимые соседи. Мои любимые соседи. Бывшие соседи, Марина. Мы уже больше не твои соседи. Мы чего? Как уже сказали ребята, смотрите нас по будням в 12:30. Столько всего интересного, вы еще даже не догадываетесь. Мы сами в шоке. Вот аж даже свет погас. Что такое доброе утро? Это когда ты с утра заходишь в Инстаграм, смотришь историю тренера Каптера и понимаешь, что ты только открыл глаза, а он уже сделал 50 минут кардио. Поэтому, друзья, всем мотивации, всем продуктивности, всех обнял, приподнял. Все, велосипед наконец-то докрутили. Флю, слава богу, потихоньку грусти отходит в сторону, отступает. А сейчас самое время пойти хорошенько позавтракать кашкой, яйцами, не знаю, чем-нибудь правильным. А кто засунет в рот конфету или что-нибудь подобное, тот самый галимый человек. 20 минут тренировки, я умер. Спасибо тренеру Капе. Черно хочет съесть Кадони. Черно, не ешь Кадони, не ешь Кадони, Черно! Черно, не ешь Кадони, нет! Что ты сделала сейчас? Портила тебе сторис. Саша, не то что происходит, личное пространство.